Бишкек шаардык. Здравия желаю. Лейтенант милиции Столбеков, как ваши дела? Выключить? Не, не могу. Разрешите, пожалуйста, свидетель о регистрации транспортного средства вашего водительского удостоверения. Бишкек шаардык. Горки не давали. Все, понимаю, документ у вас. Но это вас не освобождает от ответственности. В рамках закона то, что вы управляете лечебной с тонированными боковыми стеклами, без официального разрешения на тонировку, нами, инспекторами, будет выписан протокол. Мы замечтаем об этом, если к головам, даже если вы живот конечно работает, то работа такая. Ну вы удостоверение свое же показываете, я говорю, я в ГАИ работаю. Все, выключи меня. Я не могу. Не надо. Ну а зачем пиарить-то? Я не кто вас не пиарит? Ну а зачем снимаешь? А зачем вы нарушаете тогда? Снимай же протокол. А зачем вы нарушаете? Короче, хорош пиарит. Кто ваш пиарит? Что ты выображаешь, здесь стоишь? Не надо пиариться. Нет, я вам в рамках закона объясняю. Я говорю, не пиарься, не надо выставлять. Если себя ставишь здесь, если пиаришься, стоишь. Уважаемый, объясняю. Прежде чем сесть за руль, например, если вы знали то, что тонированы боковые стекла, вы должны были устранить, потом бы вы сели, никто бы и вас сначала не пойми, вот документы посмотри, потом будешь исходить с этого. Уважаемый, только давайте я сделал, буду сейчас делать свою работу, вы будете делать. Делай, но не пиарься. Ничего не пиарься. Ты своей работой занимаешься, а не пиарься, стоишь. Какая твоя работа? Снимать, что ли? Да иди. Блогером работает. Ты же зарплату получаешь. Получаю. Ну а вы чего не платите? Блогер? Не а кто платит? Вы я налог платите. Плачу, ты получаешь зарплату. Учти. Уважаемый, я получаю от государства, не от вас. Это я? Разные вещи. Государство кто? Государство, ты не даже не понимаешь слово, что такое государство. Еще выражаешь здесь стоишь. Организация, пиарится. Которая имеет свой суверенитет и свое территориальное деление. Государство, это мы все взятые, понимаешь? Мы платим налоги, ты получаешь зарплату. Государство, не мои карманы, уважаемый, вы путаете. Налогом тебе платят зарплату. Налог вы куда платите? Куда я плачу? Государству плачу. Вот, а государство мне платит. Ну а что? Не вы же мне в карман платите. Какая разница? Ты с этим я не получаю. Вот когда мне в карман положите, это такое. А по государству платите. Ты мало того, что пьяница выражаешь кость. Ты, оказывается, еще глупец, понимаешь, вообще. Вы думаете, что я глупец? Конечно. Позвоню-ка сейчас. Мы замчегинда. Разрушение барбаза. Вот, уже идет разрушение. Аршиджок-то. Корректная фиксация, Ковач. Выражаешь сквозь пиарится на весь лицо. Что ты за... Уважаемый, никто не пиарится. Я говорю, не пиарься больше вот такой. Вы же нарушили закон. Я говорю, не пиарься, убери камеру, не снимай. Не могу убрать. Понимаешь? Не могу. Я не хочу, чтобы ты снимал. Ну вы в общественном месте, я имею право снимать. Сотые с государственными номерами, вот, по Корчеку проверили, разрешение на тонировку отсутствует. Вот номера, вот Корчек. Без себя ставишь такого-то этого, справедливого. Бишкек шаарынын кеңешчиси депутат. Удостоверение сука. Бишкекте ничего не говорит. Ну а что тогда ты? Ну вы должны быть примером. Чему, блин, я тебе еще раз объясняю, нормальным словом объясняю. Вы должны быть примером для всех граждан. Нет, я сами нарушать. Государство сейчас дало право управлять нам станированным боковым стеклом официально оставить. Если хотите ездить, покупайте. Ездить. Выражаешь, хоть пиарится на весь лицо. Что ты за... Уважаемый, никто не пиарится. Я говорю, не пиарься больше вот такой. Вы же нарушили закон. Я говорю, не пиарься, убери камеру, не снимай. Не могу играть. Понимаешь? Не могу. Я не хочу, чтобы ты снимал. Ну вы в общественном месте, я имею право снимать. Сотые с государственными номерами, вот, по Корчеку проверили, разрешение на тонировку отсутствует. Вот номера, вот Корчек. Без себя ставишь такого-то этого, справедливого. Бишкек шаарынын кеңешчиси депутат. Удостоверение сука. Бишкекте ничего не говорит. Ну а что тогда? Ну вы должны быть примером. Чему, блин? Я тебе еще раз объясняю, нормальным словом объясняю. Вы должны быть примером для всех граждан. Нет, я хорошо. А не сами нарушать. Государство сейчас дало право управлять нам станированным боковым стеклом официально оставить. Если хотите ездить, покупайте. Ездить. Образование, которое у меня выше. Гагарнинское государство. Ты, наверное, вообще не ходил. Не платите налоги. Я плачу. Ты получаешь. Да, но я не получаю от вашего кармана. Я от государства. И моя, от моего кармана. И моя, от моего кармана. Вы сам чекинный тонировку. Можете что мусор? Честь премия? Анда станет на вопрос. Ты сам чекинный тогда. Легче 600 и сейчас во дворе именно что стоит. Я делаю свои законные действия. И ничего не я, ты блогер. Ты не работаешь, ты блогер. Вот, ты вообще где работаешь? Я?
Так, городском? Да. Сейчас городском? Я на Искуль еду. На Искуль едешь, да? После? А за какой черт? Вы едете. Вы имеете право позвонить. 102. Да. Это раз. Я могу вам показать распоряжение. Это два. Я показываю свое удостоверение. Лейтенант милиции. Вы только сейчас показываете. По вашим требованиям. Вы не требовали. Крыс мамлекетный. Мен сызматкер бол. Браво. Хорошо. Дайте я вам ответ. Крыс мамлекетный сызматкер бол. Беремчатый. Екіншіден, милиция, біз яқты жөнелі тұрған жоқ балдар үшін, яқты ұлсында астында. Нет, соблюдение правил дорожного движения, верно? Вы нарушили, я вас остановил. Но по распоряжению, по приказу от начальника, я сейчас направлю по Чуйской, а также по территории Скульского области, так как время летнего туристического сезона. Меня... Еще раз, я под вами подотчетен? Ты подотчетен горожанам. Вы сказали, вы подо мной подотчетен. Я говорю, подотчетен перед гражданами. Я подотчетен перед министром жилищной Кыргызской республики. Я подотчетен перед президентом Кыргызской республики. Но не перед вами, как вы передо мной? Покажи документы. Майки, я же тоже человек же. Я же не ты могу... Ты человек, понимаешь? Ты не... Вот сейчас выписываем протокол на уважаемого водителя. Это дешевые варианты, пиарится, это глупо, понимаешь? Ты себя хочешь показать, что вот оставим дорогу. Ни хрена не воспитал. Мой отец меня хорошо воспитал. Да. Это не вам решать, как меня отец воспитал. Я верю, как воспитал. По крайней мере, воспитал справедливо, наверное. Что самое главное в моей жизни? Быть человеком. А быть человеком каждый день очень тяжело оставаться. Знаете? Быть человеком, а не блогером, пиарщиком. Выображать, показывать, что ты вот работаешь. Ты работаешь, молча. Кыргызстанда не мябар. Все, войди. Жумушты кылсан, унчпай, жумушты кыл. Камерам. Все хорошо, вечер, все, дом сбросил.